В России могут ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Так, три грубых нарушения за год могут стоить автолюбителю водительских прав. Если в течение года водитель был трижды наказан за превышение скорости на 60 км в час или выезд на встречную полосу, а также проезд на красный свет, его могут лишить прав на срок до 1,5 лет. На 3 года можно лишиться прав за пьяное вождение с ребенком в салоне. Сейчас за езду в нетрезвом виде наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до 2 лет. Предполагается, что новая норма будет действовать в отношении не только автомобилистов, но и пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и другого подобного транспорта.